привет! Это видео по типу «Один день из жизни» на базе проекта «Ты супер». На завтрак я не хожу, поэтому наше утро начинается с распевки, составления расписания и прочих мелочей, куда, собственно, мы и направляемся, в наш домик творчества. Я хочу сказать, что детям больше нравилось жить на природе. Вот, они бегали, они дышали воздухом, по ночам ловили мух, которые мешают спать. Нестабильная, как моя нервная система в последние дни. Смотрите, маникюра нет, а значит, у нас финал! Алексей, мы уже почти дошли до конца. Есть ли претенденты на победу? 13 человек. Все 13. Все 13 претендента на победу. Есть невероятно сильные артисты. Сегодня, на самом деле, тут каждый из них может победить. И вот сегодня я считаю, что все зависит именно вот от этого выступления. Не от комбинации того, как они выступали раньше, а вот именно здесь сейчас. Потому что они действительно в этом сезоне лучшие. Вот. И здесь вот кто как сегодня вот в самый критический, ответственный момент соберется, покажет себя, это все и делает. Собственно, это как у спортсменов, когда можно долго тренироваться и показывать невероятный результат на тренировках. Но все зависит от того, сможешь ли ты это показать вот в те вот несколько секунд, когда тебе дают шанс. Вот. А с другой стороны, если нет, это значит, что, может быть, ты станешь счастливым человеком. Победа в конкурсе никогда не залог того, что ты станешь счастливым. Вот. Я поэтому в конкурсах всегда проигрываю, чтобы точно, знаешь... Быть счастливым. Ну, естественно, да. Хочется быть счастливым человеком. Отлично. Алексей, я вам желаю удачи в сегодняшнем нелегком выборе победителя 8-го сезона проекта «Ты супер». Благодарю вас. И я вас благодарю. Зачем мне солнце? Снежинки на ресницах таяли, из-за чего его начитали мы. Красивый не законченный роман про любовь без измен. Но все когда-нибудь кончается, так от судьбы давай уйдем сейчас, оставив незаконченный роман в парке на скале. У меня один вопрос. Каково было услышать свою песню в попурри Друшлякова? Это было неожиданно, несмотря на то, что уже прозвучала она в прошлом выпуске, в его участии в полуфинале. Могу сказать, что очень неожиданный подход к номеру. И очень неожиданная сценография, очень неожиданное прочтение. Я вам так скажу, что наши дети, они не только нас удивляют своим талантом, но они еще удивляют своим подходом к постановке номеров, к тому, как они относятся в принципе.
принципе, к участию в нашем шоу. И мне хочется, чтобы так было всегда. Потому что действительно... Мы у них очень многому учимся. Тому, как они отвечают, как они себя ведут на сцене, как они переживают волнение. И мне даже как-то, ну, вроде бы праздник, а мне настолько грустно, что у нас сегодня финал, что не хочется с ними прощаться. Еще будут сезоны. Вы, главное, приходите. Я с удовольствием. Если не буду сидеть в кресле в следующем году, то обязательно приду в гости, потому что действительно дети просто замечательные, талантливые. И я сказала только что в кадре и скажу сейчас вам, потому что вряд ли то, что было сейчас в кадре, пойдет сейчас к вам в эфир. Я горжусь тем, что у нас в стране такие талантливые дети, и я переживаю, молюсь, что у них все в жизни получится так, как они хотят, чтобы они ни в коем случае не бросали музыку, потому что у всех, у каждого есть абсолютные предпосылки к тому, чтобы стать большими-большими звездами. Кто-то из них еще совсем очень маленький, у кого-то этот путь будет чуть-чуть дольше, потому что кому-то 7 лет, кому-то 9. С девчонкам, которым там уже по 14, по 15 лет, конечно, у них уже совсем чуть-чуть, и они могут уже стоять уверенно на большой сцене среди уже состоявшихся мастодонтов, таких как Филипп Киркоров, таких как Ани Лорак, таких как Игорь Яковлевич Крутой, ну, Алексей Воробьев, не буду говорить, это очевидно, что он великий артист. Вот, поэтому мне кажется, что как раз-таки это шоу, оно помогает не только деткам показать свой талант, но и раскрыться. И мне кажется, у всех получилось сегодня в финале сделать это максимально круто. Пока выставляют декорации, нам удается поговорить с Аней Лорак. Близимся уже к финалу программы. Есть ли потенциальный победитель для вас? Для меня уже сегодня прозвучал голос, но впереди еще около 4-5 исполнителей. Я думаю, что все ребята молодцы, хочется сказать, все подготовились к финалу на высоком уровне. Хочется отметить наших юных участников, которые дают очень стабильный результат, потому что в 7 лет или в 9 выступать и этот уровень волнения финала, ну это нужно иметь очень сильные нервы, поэтому все показывают классные, крепкие. Крепкий характер, и я очень рада. Я хочу вам сказать, что мы вас еще удивим. Вопрос еще такой, с подковыркой. С подковыркой? Вот вы сидели в прошлом сезоне, это был суперсезон, то есть битва сильнейших. А нет ли сейчас такого, что вы сравниваете этот сезон с предыдущим? То есть, блин, там вот были сильные, или наоборот, ого, вот эти вот участники здесь вот поярче какие-то. Нет, я не сравниваю участников, потому что они все разные, они все по-своему уникальные. У всех своя уникальная история, у всех уникальный голос и запоминающийся тембр. Поэтому сравнивать их абсолютно странно будет. И мне кажется, что в моем случае можно только сидеть и наслаждаться, и где-то как раз-таки давать какие-то маленькие наставления, какие-то советы, а где-то чему-то учиться. Спасибо вам большое. Спасибо. Я хочу сказать, это было за 8 лет впервые, чтобы жюри, члены жюри, вот так вот участвовали в номере со слов. Это члены точно. Жюри, это займите точно. Свои места на Матвей сцене. В этом плане просто актер. Не только певец, но еще и актерище. Потому что сильно, когда мы, взрослые артисты, выходим на сцену, нас чуть-чуть бывает потряхивает от волнения. И даже несмотря на то, что есть большой опыт за плечами, все равно это волнение, оно остается. Матвей, когда меня взял за руку, я не почувствовала ни единого волнения, не было дрожи, была абсолютно уверенность и осознанность того, что он делает. А знаете, в юном возрасте, когда человек уже так уверен, это говорит о том, что дальше с опытом он еще и будет и большим-большим профессионалом. Спасибо большое. Спасибо большое. Хотел ты при луне смотреть в глаза сквозь свечи, накинув не спеша и на плечи теплый вечер. Но сутки затянулись, и флирт вошел в привычку. Красивая любовь, красивая в кавычках. Красивая любовь, мы отдали ей дань безумства. О боже, как была к лицу тебе твоя весна. Но осень на дворе, деревья в серебре. Увы, привычка охладила нас. Завершающая Карина Будаева. И, собственно, мы узнаем имя победителя 8-го сезона проекта «Ты супер». Сейчас есть вопросик к вам. Как вам кто такой? Победитель? Ну, я не буду так наглеть.
Как вам прочтение Друшлякова Матвея вашей песни? К нему вообще не может быть претензий, потому что он само очарование. Какие бы ноты он ни пел и как бы он ни фальшивил, об этом не думаешь. И... Ну, просто есть такое создание, которое где-то найдет себя. Я считаю, и Боженька должен быть к нему справедлив после всех его лишений и моральных, и других. Он должен дать ему возможность стать кем-то, и он найдет себя. Я чувствую в нем ту энергетику, которая ему позволит стать фигурой. Вы видели мое эпичное падение? Как ты упала? Что случилось? Там вот эта ступенька и куб. Я не рассчитала расстояние между этой ступенькой и кубом. И ты перешагнула, да? Нет, Вадим мне... Вот она, Вадим. Анатольевич. Я Вадим. Я Вадим. Анатольевич. Анатольевич. Дает руку, я спускаюсь, и потом опа! Я такая стою. А ты это сама себе накаркала. Я упаду, я упаду. Это еще было во втором туре. Он меня пытался поймать, но у него не получилось, я вообще упала. Ну это было красиво. Я просто моргнула, смотрю, да Кукина лицо. Я надеюсь, что это не вырежут. И я наберу больше просмотров, как сказала мне Карина. Всем здравствуйте. Ой. Это разговоры. Разговоры Карины Расимовны про каблуки на сцене. Да, и про то, что Ульяна упала сильно. Вот мы такие вот. Вообще-то да. Я упала. И меня зовут Соня. Соня Докукина упала на сцене. Дети, с которыми я живу, уже два месяца не знают мое имя. У нас деменция. Отдавай. Раз, два. 60 плюс, пожалуйста, верните. Ну да, верните 60 плюс. Верните 60. Еще бы сказал. Осталась одна Будаева. Вот она, одна. Я понимаю долг за своего бывшего. Да. Что все будет, еще один мучительный день пройдет. И закончится, жить захочется. Отмывайте права теперь на эту песню, мы ее спели, все. Давайте скидываемся денежку и сдаем. Лисишь. Правообладателю. Так, одна Будаева осталась. Каковы ваши впечатления? Вы о чем сейчас думаете? О том, как быстрее лечь бы спать? Победить. Почему победить? Повтори, пожалуйста. Победить надо нам. Зачем? Почему нам? Надо, чтобы было 13 мест. 13 первых мест. 13 первых мест. Значит, это уже оно так оно и есть. В моей голове оно так. А лучше было бы... Квартире, как я говорил, машину, квартиру, деньги. Машина, квартира, деньги. А я хотела... Райдер артиста просто. Ты как? Я хочу домой. Она хочет домой. А я? Почему ты хочешь домой? Потому что я устала. Устала от съемочного дня? Да. Я не могу находиться в другом городе столько времени. То есть переезд в Москву мы не рассматриваем ни за что? Нет. А жизнь артиста мы рассматриваем? Да. А ты готова к такому графику и жизни в Москве? Ну да. Все, мы становимся артистами и только тогда переезжаем в Москву. 5 лет назад я стояла крайне раз на этой сцене. Когда я участвовала, Ариадна только родилась. Ей был год. А сейчас она сама стоит на этой сцене. Я старая, у меня депрессия. Сил! Быстро!
Итак, победитель 8-го сезона «Ты супер!» И лично от меня приз для развития своего музыкального будущего в размере 1 000 000 рублей получает Полина Ласточкина. Полина Ласточкина! Вот она, победительница 8-го сезона проекта «Ты супер!» Получается, лицо данного сезона. Ты ожидала, Полин? Ну да, мне многие ребята говорили то, что, возможно, я пройду или, возможно, Карина. То есть вот вы две конкурентки, да, были? Да. Больше никого не рассматривали? Ну, нет, никого. Зато честно, вот за это я люблю наш проект. Полин, во-первых, у нас всякие подарки бывали, разные. Но респект Люсе Чеботиной как член жюри, потому что 13 синтезаторов. У тебя был инструмент музыкальный? Да, он у меня есть, но я не откажусь от второго. Буду больше Правильно. Заниматься. Тот продай, на этом играй. Бизнес-план. На что планируешь тратить денежный приз? Кстати, может, я пропустила как-то, но он у нас впервые. 1 000 000 рублей. На что ты планируешь его тратить? А, еще же музыкальная студия у тебя. Да. Да ты вся одарена с ног до головы. Форум Агутина, музыкальная студия. На что будешь тратить денежный приз? Скорее всего, буду тратить на школу и на себя, на подготовку сейчас вот к школе, чтобы прийти опрятной и начать учиться. Подожди, школа школой. Это лям на молодежном. Я советую тебе, вот просто как человек, тоже прошедший вот эту вот школу «Ты супер», если есть какая-то подушка, ты пишешь сама песню? Я начну писать. Вот. После проекта. Вот. Пусти, правда, в творчество, чтобы у тебя к выходу финала, чтобы у тебя уже на готове был какой-то материал для слушателя. Хорошо, подготовлю. Все, мы тебя поздравляем, Полина. Спасибо молодец. Спасибо большое. Коллега Эмиль, этот день мы приближали как могли. Финал 8-го сезона проекта «Ты супер!» Юлия Сергеевна. Каковы ваши впечатления вообще о сезоне, о победителе, о финалистах? Мне кажется, очень сильно был сезон, очень интересный, казалось бы, 8-й. Но вот, мне кажется, такие классные, невероятные, талантливые детки. Все как-то собрались, все классно выступали. Конечно, финал был нервный. Кто-то забывал слова, кто-то как бы... Что-то происходило постоянно. У кого-то, мне кажется, что-то с Энейром было. Да? Там какие-то постоянно происходили. Хотя мы технически проверяли все. Мне кажется, это больше нервы и напряжение финала. Но я думаю, что финал получился невероятно интересным. Шикарные, мне кажется, подарки, которые получили все ребята, которые помогут им вообще в дальнейшем развивать все музыкальные навыки. Поэтому я счастлива, что это 8-й сезон, и
проект остается таким же актуальным и интересным, и у нас большая любовь зрителя, а наши детки счастливы и развивают дальше свою веру в доброту, в лучшее и вообще все самое хорошее. Ну что, 9-му сезону быть? Безусловно, мы уже думаем о том, каким он будет, потому что у нас, в принципе, есть определенные мысли, и мне кажется, он будет очень и очень интересным, поэтому не пропустите 9-й сезон следующей осенью на НТВ. То есть мы готовим сюрприз для зрителей? Мне кажется, что да. Ну, конечно, у нас будет еще и 10-й, я надеюсь, сезон, а там прям вообще, считайте, что юбилейный, но пока 9-й, пока на кону у нас, поэтому будем ждать 9-й сезон, не пропустите. Спасибо вам большое за все, что вы делаете. Всегда на площадке, всегда все контролируется на всех проектах. Я не понимаю, когда вы спите, когда это все придумывается, обдумывается, но прям... Спасибо. Я люблю свою работу. Я приду на нее в субботу, а быть может и в воскресенье. 10 дней в неделю будем ходить. Когда проект только начался, первый сезон, второй сезон, третий, казалось, что рано или поздно закончатся поющие дети, подходящие в контингент, под контингент данного шоу. Но сирот много, оставшихся без попечения родителей много, под опекой детей много, но не все поют. И поймала себя на мысли о том, что когда я участвовала на первом сезоне, Ариадна Плотникова только появилась на свет. И таких много. Кто-то просто не подходил по возрасту элементарно. А сейчас они выросли, и вот они в финале, они на этой сцене, они еще много-много раз могут вернуться сюда. Верните «Ты супер» 60+, пожалуйста. Сделайте «Ты супер» новорожденные, пожалуйста. Или «Ты супер» только кудрявые.